Ой, господа, это у меня предпоследний прием пищи. Вот такой 100 грамм индейки, овощи 100 грамм и салат я себе сделала. Ну, кинула еще редисочки в прикуску. Ну вот какая это диета? Какая это диета? Когда ты целый день жуешь просто, ты вообще не голодаешь. Это самая замечательная диета, что я могла видеть. Добренькое утречко. У меня утречка уже в работе давно, девочки. Буду фаршировать Сереже перчик. Уже давно в работе. Так, что сейчас приготовлю сначала. Мужика-то кормить надо, сама-то кормлюсь без конца. Он же никак мою не хочет кушать. Не, мне надо плиту новую покупать. Надо новую плиту покупать. Так не пойдет. Что-то она стала нервы трепать. Тут у меня рис отваривается. Я сырой рис никогда не добавляю. Потому что он потом всю влагу забирает. И сухой делается. Что в голубцах, что в перце. А так он уже отваренный и сочнее получается. Фу, жарковато. То возле утюга, то возле плиты. Жарковато, я бы сказала. Вот так и пляшем с утра пораньше. С утра пораньше. Потом схожу в магазинчик, сбегу с Артемой. Кое-что подкупить. Потом надо будет еще в магазинчик съездить. Кое-что подкупить. Все, сделала я часики, девочки. Шагометры. Шагометры. Ну вот, 10 часов, а у меня уже почти 3000 шагов. 2888. Понимаете? Мне даже если куда-то не выходить, просто по делам, то я столько набегиваю. Столько я их набегиваю. Особенно если это лето. То сядь, то встань, то побежала, то прибежала. Короче, с весом сейчас пока ничего хорошего не происходит. Воду всю выгнала, и теперь борюсь с тем, чтобы жир сжигать. Ну, там сантиметрики уходят где-нибудь. Потом, насчет того, что как я себя чувствую при этом питании. Я бы сказала, лучше я себя чувствую, чем раньше. Потому что если раньше наемся, прибегу с работы, налопалась всякой всячины, у меня не было желания что-то дальше делать. Мне хотелось просто поваляться на диванчике перед работами. Сейчас у меня этого нет. Короче, я после того, как поем, не устаю. Поэтому... Чувствую себя лучше, у меня больше энергии получается. Там много вопросов задают, и плюс я поняла, что очень много людей уже по этой системе сбрасывали вес по здоровому питанию. Что оказывается, я не первая. Много написала, те, кто уже пробовали, действительно эффективно. Худеть до того времени, чтобы меня сдувало ветром, я тоже не собираюсь, как кто-то там писал. Мне делать нехрен. Мне лишь бы влезть в свои старые вещи. Все. Это моя цель. А остальное эпилевать отсюда. Так что, как говорится, поживем, увидим. Так, перец.
сердце ж не получится зафаршировать. Поэтому, как оно квичлит-то. Сегодня я уже поела. Что у меня была овсянка. Лучше всего, конечно, ее запаривать, да. Действительно, если я вчера запарила 50-60 грамм, у меня получилось 200 грамм. Так проще. С вечера залила кипяточком. И нормально. Утром она проскользнула. Чувство голода вообще напрочь нет. Напрочь. Вот как раньше сидели на диетах, постоянно хотелось кушать. Здесь этого вообще нет. Не хочется его кушать. Ничего не хочется. Ни хлеба не хочется. Ничего не хочется. Сейчас быстренько приготовлю, соберусь. С утра вот как встала, умылась и вперед. На мингали. Короче, вот такие девочки дела. Страшно, ничего не делала, даже не расчесывалась еще. Ну, потому что как встала, так и вперед. Умылась и давай. Арбайтен, арбайтен. Так, где-то у меня мой краснодарский соус. Девочки, краснодарский соус. Представляете, что? Мне его тоже можно кушать. Я теперь все, уже втянулась, уже на калории смотрю. Здесь на 100 грамм 53 калории всего лишь. Так что весь Сереже отдавать не обязательно. Можно и себе оставить. Так, у меня руки мокрые. Ручки мокрые. Вот это все обжарю. Рис отварится. Чем больше мы варим, дольше мы варим крупу всякую, да, в том числе и макаронные изделия, да, тем больше с нее выходит калорийность. Так что много нового узнаю. Вчера женщина была, смотрела я этого доктора, и прямой эфир был с женщиной, которая за 7 месяцев похудела 37 килограмм. Там абсолютно две разные женщины. Две разные вообще. Не хочу вот это сглазить, потому что я себя знаю. Мне может что-то перемкнуть и все. Хотя, в принципе, да, ты ешь все. Что тебе должно перемкнуть? Кроме сладкого и жира, ты кушаешь абсолютно все. Не должно ничего перемыкать. Опять я повысила интонацию, потому что некоторые падают с дивана, когда я резко заору. Ну, потому что это живые эмоции у меня, понимаете? Вот сейчас я вот так, сейчас потом вот так. Я эмоциональный человек. Во-первых, а во-вторых, много людей писали, что меня плохо слышат. Во-вторых, одни пишут, плохо слышно, другие говорят, сильно громко. Девочки, регулируйте у себя там на телефоне. Регулируйте. Потому что я такая женщина непредсказуема. Сегодня я секунду разговариваю монотонно, тихо, потом как не заору. Бывает у меня такое. Но опять же, да, если я буду вот разговаривать в одной тональности, вот так ровно и спокойно. Девочки, даже я могу уснуть.
Мне нельзя так. Я уснуть могу тогда. Поэтому вот такие перепады у меня бывают. Особо это. Просто сидите и ждите вот так на чеку, что от меня может выскользнуть чего-нибудь. Будьте на чеку. Предупрежден, вооружен. Так, сейчас я морковочку, томатик обжарю. Все, рис можно отключить. Ну, вот так вот готовить, чтобы было у меня чисто, как у некоторых. У меня такое не получается. У меня постоянно, потому что я все время тороплюсь. Мне надо быстро-быстро, у меня все валится с рук. Хайслюс фритюза, вот этот вот, который горячим... Ну, короче, вы поняли, этой бандурой, да? Я не знаю, как ее назвать-то по-русски, как она называется. То, что мамуля мне подогнала. Я сейчас в основном пользуюсь грилем. Мне намного вкуснее, чем вот в ней. А Артема только ею пользуется с утра до вечера теперь. Только ею и пользуется. Ну, думаю, да ладно, что? Пригодилась. Я вот ставлю сюда грильницу, ею пользуюсь, а он вот этой штукой пользуется. Ну, вчера он посмотрел грильницу, говорит, наверное, я тоже буду. А я ему говорю, да заради бога. Кто не дает? Так. Еще одна подписчица мне вчера написала. Она тоже уже пробовала таким образом. Говорит, очень удачненько, все хорошо было. Так, мне сюда лук еще надо. Чего я весь сюда зажарку кинула? Ну ладно, что у меня, лук что ли нету? Господи. Ой-ой-ой. Есть у меня еще. Закончится, вон через дорогу сбегаю. Так что у Сережи сегодня перчик фаршированный. А у меня гречка, у меня индюшатина. Вчера на гриле сделала очень вкусно, замариновала такое остренькое мяско. Так что есть у меня чем питаться. Надо приучить себя заранее все приготовить прям на несколько дней. Я еще пока не могу себя приучить. Господи, что он у меня выключился? Жду, когда он будет обжариваться. Мама дорогая, голова два уха. Ну, честное слово. Опять томатик очередной сейчас с балкона сняла. Вчера уже съела один побольше. Розовенький такой мясистый. Так. Все, перец, соль. А, мне надо заехать в русский магазин, соль купить морскую. Она там дешевле. У меня закончилась. Я вчера уже розовую брала. А розовая, она такая крупная. Мне ее в ступке надо перемалывать. Потому что у меня мельница. Почему-то... Где-то она у меня, я не знаю, работает, не работает. Где-то мне ее надо достать. Посмотрим. Так, смертельный номер, девочки. Алена на табуретке. Так, мельница есть. Я не знаю, если она работает. А где еще одна? Еще одна была, по-моему. Конечно. Что-то здесь батарейки, наверное. Да нихера, 4 батарейки надо еще. Они сели. Короче, сели. Села батарейка. Мне легче ступки раздолбить. А, у меня тут есть еще. Такая-то есть у меня соль? Я уже как-то...
морской. Лучше. Вот, пошел процесс, девочки, кулинарного шоу Алены на кухне. Пошел процесс. Собрались, девочки, сходим. Пока дождя нет, в магазинчик сбегаем. Сейчас Артема дождусь. Побежал письма скидывать. И сходим. Прогуляемся. Потом Сережа приедет с работы, я его покормлю. Опять в магазинчик съедем. Съездим. Поеду куплю квашеной капустки. Че, грибов нет уже? Все. Кстати, у нас в Германии ввели тоже штрафы за собирание грибов. От 10 тысяч, по-моему, штрафы. Надо знать, где собирать, что собирать, короче. Где-то в Голландии сначала так сделали, а теперь сделали и у нас. Такие вот у нас законы вводятся. Поэтому, ну, казну надо пополнять. Чего это люди ходят, просто так бесплатно грибы берут? Нехерасеньки. Давайте сделаем вам так. Короче, там ограничения, там есть какие-то места, там, где собирать, что. Не знаю, я не давалась подробности, я просто услышала, что теперь за сбор грибов штраф. И аривидерчи, бейба. Где он есть там? Что-то не идет. У нас тоже вот такой шкаф, блин. Контейнер стоял для сбора старой обуви и одежды. Там он стоял в углу. Теперь забрали. Этот только стоит. А так вообще возле каждого дома стоял. Пошли с Артемой из магазина, покажу, что купили. Ягодки купила. Что-то захотелось. Грибочки купила. Два грейпфрута купила. Что-то какие-то у меня вкусовые пристрастия стали другие. Салатик взяла, так что было. Морковочка. Увидела ананасик. Ананасик взяла. Надо было целый, но мы уже прошли были тот ряд. Целый взять. Я уже этот взяла, что-то захотелось. Кольрабы взяла. Короче, разнообразие себе делаю. Делаю себе разнообразие. Так, думала по чуть-чуть, а где-то редисочку взяла. Так, это Артем себе взял. Делает какие-то хамбургеры. И эти... С курицей тоже, но он спанирует уже. Бананчики взяли. Это всем. И 3 упаковки взяла куриной грудки. Она как раз сейчас боже, кто она называется? Уценка. Ну, в смысле, дешевле, да? Акция. 3 штуки взяла. Теперь посмотреть, если есть место в морозилке. Пришлось сумку еще одну большую купить. Этих сумок, правда, уже куча, полная машина. Но я почему-то рассчитывала, что возьму меньше. Это... А получилось больше. Тогда Артем ходил, были все куриные грудки разобраны. Разбирают, потому что так она стоит 10 евро. А это 7, ну, короче, 8. 8. Такие вот дела. Поэтому у меня сегодня... Всякие десертики могут быть. И ягодки, и грейпфрутики, и все. Сейчас Сережа приедет. Съездим еще в русский магазин. Что-то мне надо было, я не помню. Что-то надо было. А, капусту квашу я хотела купить. Что такое? Не в русском магазине. Ну, а что? А зачем тебе кириешки? Ты можешь, кто тебе не дает? Возьму, посмотрю, возьму, если будет. Короче, вот такие вот у меня закупочки. Время скоро 2. Давай.
И такие вот дела, девочки. Припевочки. Мальчики. Мальчишики, мальчиши. Девочки, Сережа пришел с работы. Вот он. Царь. Царь. Сергей Александрович. Царь. Очень приятно, царь. Князь. Княжеских кровей он у меня, оказывается. Твои родители хоть знают, что ты княжеских кровей? А як же ж? Угу. Да просто решила разбавить контент, потому что только жратва, 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 всякие здоровые питания, все. Думаю, разбавлю Сережей контент. Так что давай, девочков, развлекай. Девочки говорят, чтобы ты тоже сел, тебе вон арбуз-то. Пару килограшек надо. Не, это хороший арбуз. Авторитет это называется. Заработал. Да. Потом и кровью. Он же дрыщ-дрыщом был раньше. Вообще. Да. В Германию приехал. Шпингалет. В Германию приехал 62 килограмма. Господи. А мы когда поженились, у нас практически один и тот же размер был. Не практически, а один и тот же был. 62 килограмма. Теперь 95. 95 кг. Короче, 2 центнера мы. Семья центнеров. Ой, блин. Ну, Сереж, ну вот зачем я держу телефон, ты по кочкам едешь. А я что сделаю? Ну, выбери поровней дорогу. Поедем, я вспомнила, думаю, сейчас он приедет, надо ехать в русский. Чего ж я так хотела в русский, что-то мне, ну, вот надо было. Потом вспомнила, соль земли. Да. Морскую соль надо мне взять. Такая-то есть соль поваренная? Йодированная. А я что-то приучилась этой пользоваться. Вон далматинец идет. Собака далматинец. В пятнышках, да. Неровно ты едешь как-то. Знаешь, что сделать? Дорога такая, видишь? Вот такие дороги в Германии. Ой, какая машинка интересная. А, это мотоцикл такая. Короче, вот сейчас съездим, возьмем соль, и она не квашеная, она это малосольная капуста. Туда лучок, чуть-чуть маслица, и идет за милу душу. Что это было там в газете? За милу душу. Так что, Сережа, ты тоже будешь теперь на куриных грудках. Блин, самое невкусное. Этот, не знаю. Вот, ой, куриная грудка. Мне нравится. Я все время, вот если запекали курицу, да, я все время только грудку ела. Вот это белое мясо, не знаю, что так. Она сухое. Ничего оно не сухое. Она сухое. Смотря кто как готовит. Ну. Ничего мне не сухое. А ты запей. Мне, знаешь, нравится, когда курица, домашняя курица, без пестицидов. И тогда она вкусная. Короче, тебе нравится все жирненькое, такое смачное. Да. Угу. Понятно. С пестицидами не нравится. Где ты видел чистый продукт? Ну да, она что, она быстро выросла. Но... Опять про жратву. Уже Сережа хотела разбавить. Опять про жратву. Все к одному сходится. Все деньги туда сходятся. Все разговоры туда сходятся. Поговорить больше не о чем. С женой пришел с работы. Чем занималась? Работала. Что думаешь, только ты один работаешь? Вот точно. Время полтретьего. Время полтретьего, а у меня уже 8 с чем-то тысяч шагов. 8. Я на работе был, у меня 6. Вот видишь, кто как работает. Вот оно! Часики-то показывают. Ты руками-то не маши. Угу. Часики-то показывают. Сережа, когда руками маши, эти часики не показывают. Так как и те у меня тоже были. Хоть замашись, хоть руки оторви, оно не показывало. Встанешь, все сразу показывает. Так что не свистите.
Вот она. Кто хозяин в доме? Кто хозяин? Пашет и пашет. Я вообще сегодня встала и подумала, что сегодня воскресенье, и завтра мне опять на работу идти. И вся неделя загруженная, так расстроилась. Хорошо, подружка говорит, упади, сегодня суббота. Я так обрадовалась. Короче, бывает. Чё ты там опять лыбишься всем? Молоко на губах еще не обсохло, уже лыблится. Ты что, мне через год полтинник будет? О, это вообще не показатель. Я сейчас тебе покажу нам. Показатель. Да, такие вот дела. Что-то вон начинает тучками затягивать. Так непривычно вообще. Не то, что непривычно, так не хочется, когда утром встаешь, темень такая, и надо торшер включать, тормози там красный. Блин, я вообще не люблю. Я люблю, когда тепло встаешь и светло, сидишь на балкончике, получаешь удовольствие. Пьешь чашечку вообще кофе. Какао. С молоком. Угу. С молоком никогда не пью. Так что, такие вот дела. Видите, какое небо тучами затянуло все. Вот так-то вот, друзья, товарищи. В русском купила розовые помидорчики. Потом тут, а тут куриные желудочки купила. Это Артем попросил кириешки. Это сальце Сережа. Потом взяла вот такие, господи, как они называются, это кукурузные вот такие хлопья. Он мне попросил, чтобы я ему жарила мясо. Короче, вы поняли, да? Обволакивать этими хлопьями. Вот это взяла. Это тоже ему. Это Сережа себе сальтисончику хапнул. Икра кабачковая себе взяла. Муфна 81 на 100. Потом он захотел ребрышки в супец. Надо это в морозилку, Сереж. Келлер здесь полная. Творожок взяла зернистый. Гречишку взяла. Еще у меня есть, но я все равно взяла. Потом Сережа себе взял печень трески. Ой! Что-то тут еще. Сказала, варенье не бери. Он взял вот эта такая баночка. Она так дорого стоит. Во-первых, а во-вторых, у меня две открытых недоеденные в холодильнике. Боржомчик. А зачем взял тогда? Капусточку взяла малосольную с морковью. Вкусная. Квашеная мне не это самое. Это больше нравится. И вот такую соль взяла. Морская, крупная. Сольку взяла. Вот так, что отдали, не помню, что мы отдали. 50, да? Короче, сегодня в Кауфляне 50 оставила. Здесь 50. Ну, как всегда у нас, сотня с куста. Такие вот закупочки, короче, девочки. И мальчики, мужчины. Такие дела, сейчас буду разгребать.